Многодетных матерей сегодня чествовали в городской администрации. Теплые слова и поздравления были адресованы также женщинам, которые приняли в свои семьи детдомовских малышей и растят детей с ограниченными физическими возможностями. Также социально активным мамам вручили грамоты и ценные подарки. Вы героические женщины. И мы искренне вам благодарим, вас благодарим за ваши поступки, за ваше мужество, откуда вы силы берете на все это. А самое главное хочу отметить, и не только на воспитание своих детей, а у вас хватает сил и времени еще и заниматься общественной работой. Несмотря на неофициальный характер встречи, говорили и о насущном. Например, о благоустройстве участков для многодетных горожан. Муниципальные власти пообещали и впредь оказывать им помощь. Это коснется тех, чьи коммунальные платежи превысят 10% от общих доходов семей. Также представители мэрии подготовили для малышей новогодние подарки, сладости и театрализованные представления.